от як це відбувається на практиці. Замість смітника під мийкою у квартирі Павла Грендича – контейнер для органічних відходів. В моєму випадку це очистки від фруктів, овочів і так далі. Банани, тут видно лукова кожура. Потім все це пересипається бактеріями спеціальними, которые именно для этого созданы, и потом все это благополучно ферментируется. Ключевой момент – это ферментация, а не гниение, потому что если оно будет гнить, то это будет и запах. Утилізація органіки – це те, що здавалося неможливим в умовах квартири. Проте спеціальні засоби, контейнер та бактерії доступні для будь-кого, запевняє Павло, аби було бажання. Компост використовується як добриво для квітника. А решту неорганічних відходів Павло збирає окремо, пресує та вміщує у півтора літрову пластикову пляшку. Здесь, да, здесь то, що каким-то чудом попало ко мне, і то, що невозможно переработать. Сам я практически не покупаю і не произвожу тех продуктов, которые невозможно потом в дальнейшем утилизировать либо переработать. Вот, поэтому если ко мне, например, приходят гости там с конфетами, которые упакованы в фантики, все это прессую в бутылочку для того, чтобы это потом ветрами не раздувало. Раз в пару месяцев все это выношу. То есть практически у меня мусор не накапливается. Скло, пластик, метал и папір – вторинна сировина, яку Павло збирає і віддає екоактивістам. У Дніпрі це можна зробити раз на тиждень за чітким графіком. Вам тут то сырья немножко. Вот у меня дочь растет, и мне не безразлично, в какой среде будет жить она. Поэтому мне абсолютно не хлопотно это делать. И более того, это даже проще, потому что в основном среднестатистический житель выбрасывает мусор примерно раз в пару дней. Я же выношу мусор раз в 2-3 месяца. Оно идет в переработку, оно перерабатывается. Все то, что нам уже летом сдали, оно уже давно переработалось. Есть пивные заводы, да, свои же бутылки, скажем так, выкупают, чтобы потом опять у себя в производстве их использовать. Это первый вид. А вторые, конечно же, вид – это уже набой стекла, потому что это процесс, в принципе, бесконечный, его можно довго перерабатывать. Нині людей, готових здавати сміття на переробку, небагато. На мільйонне місто, кажуть екоактивісти, не більше 3000. Ситуацію можуть врятувати окремі сортувальні контейнери замість звичних сміттєвих баків у дворах. Человеческая воля каждого. Я думаю, если баков будет достаточно, люди пойдут на то, чтобы сортировать. Конечно, готовы. Это лучше, чем то, что сегодня я вижу. Наталья Светлова, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал.